Эмиль Шарафетдинов, греко-римская борьба. Очень красивая схватка. На классе удалось поймать? Да, скорее всего, да. Сейчас я не в такой форме, где могу прибавить стойки. Чуть накануне заболел еще. Из-за этого у меня сейчас стойки много чего не получается. И акцент сделал на партнер сегодня, так как последняя схватка уже выложилась. Эмиль, ты застал большие изменения в греко-римской борьбе. Да. Боролись по периодам, боролись 5 минут. Да. Сейчас 2 по 3. До тебя, когда ты был маленький, было 3 по 3. Вот да. Ты все как бы видел, все попробовал. Какая оптимальная ситуация, вот правила какие? Ну, у кого функционалка хорошая, кто сегодня дышит, эти правила сделаны для них. Кто дышит, это всегда пол победы у них. А раньше было, допустим, 1,5 минуты борешься, партер стоит. Сам уже кто в партере. Мы-то потому что мы считаем мой, когда моя самая лучшая формула была партер. И мы работали на партер больше. А сейчас стойка. Сейчас кто доминирует, тот и становится чемпионом. Вот такие вот дела. У меня была интересная история. Я раз ехал на соревнования по борьбе в аэропорт. И водитель узнал, что я комментатор. Говорит, слушай, а у меня родственник Эмиль Шарафетдинов. У тебя таксистом никто не работает случайно? Таксистом? Да. Ну что поделать, в такси тоже работают люди. Наверняка и работают. Да. Там он кто, таксист, я не знаю, директор, нам без разницы. Главное, что он сказал, значит, болеет за меня. Передаю ему привет большой, если он меня увидит.